всегда хотелось помогать людям. Наверное, профессия врача это идеально для этого подходит. Почему отоларингология? Эта специализация меня привлекает в том плане, что она, наверное, одна из самых разносторонних. Данные категории заболеваний встречаются повсеместно. Это самая частая заболеваемость среди населения. И данный специалист очень сильно-сильно востребован. Главное – человеческое отношение. Всегда быть внимательным, сопереживать, сочувствовать. Ну, тогда к тебе, конечно, пациент потянется. Да, медицина такая наука, которая сейчас имеет огромный бурный рост, где каждый день что-то происходит новое. Буквально месяц назад я был в Москве, в лор-клинике Василенко, проходил повышение специализации. Нужно постоянно заниматься, учиться. Я с этой целью вот посетил обучение в московском морфомедцентре. Мы стремимся здесь к многофункциональным такому подходу медицинской помощи, не только консультациям, очень много процедур, манипуляций, дети, взрослые. Ну и потихоньку у нас развивается хирургическое направление. Здесь есть современное оборудование, которое позволяет максимально точно и в кратчайшее время поставить именно правильный, верный диагноз. Именно поэтому, наверное, нас и выбирают. Сегодня мы говорим каждому из 13 тысяч человек. Именно столько пациентов доверили нам свое здоровье за 3 года существования нашей клиники. Спасибо! Спасибо! И хотим заверить всех и каждого, что мы по-прежнему честно и на совесть продолжим выполнять свою любимую работу.